Итак, всем друзья, встал. Сегодня мы начинаем проходить кьюб второй. Первый мы уже когда-то прошли, когда-то, если не ошибаюсь, то когда-то мы это прошли. Тем временем мы пропустили вот Trapped Nerf мы увидели, а Toxic Game не увидели, потому что игра решила, что этого не нужно делать. Тем временем я немножко настрою по звукам, потому что музыка тут у нас сюда, мы звуки сюда, эффекты вот так вот, это вот так вот. Скорее всего, субтитры, я не знаю зачем, но они пригодятся. И еще тем временем у нас почему-то английский, потому что он выбирался в самом начале. Почему-то русский, все у нас большой буквы, ну ладно, не считая иероглифов, у нас русский почему-то только с маленькой буквы, но ничего. Спасибо, что применили, а теперь можем спокойно начинать в второй кьюб, а именно головоломочки немножечко. Так, немножко разбавим Silent Hill, потому что, ну а что такого-то? Плюс, мне кажется, он скоро закончится, так что, возможно, да. Не понял. Я вижу уже прицел, но я не вижу бесконечные далеки. Пролог. Я бы назвал это громкие и далекие, надо еще убавить. А где я? А вертикалочка тут существует, я забыл. Яркости понятно, разрешение понятно. И что-то тут на низком стоит, но мне как-то без разницы. А сглаживание вертикал. А я не вижу вертикал. Вот она. Все равно включено. Отлично. Помогите! Ну ладно, что читать, я это не буду. Конечно, в силе. За девушку Милли, как я понял. Ага. Anyone? Help me. Не падай. А в чем она одета? Что-то? А, надо было все-таки флагом идти, ладно? Я не иду, она сейчас сама. Ага. Ну, примерно плюс-минус звук пока нормальный. Что такое? Вставай. Что происходит? А, кьюб второй, спасибо. Не особо понятно, с чего это все такое началось. Ну, сейчас узнаем. В принципе-то сейчас нам объяснят, я думаю. Да вроде есть. Забытые корни. This is Dr. Amelia Cross. I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Please. Чувствительность отвратна. Хотя нет, поговорить сначала. I don't know what's happened, but I need help. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic-induced amnesia. What? What are you talking about? You must have been part of Vitruvius, tasked with destroying the cube. Damn. The escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Do you understand me? I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay. I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you're in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't log on to you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you
rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Right. Okay. I think I can do that. Настройки. Во-первых, где управление, не то видео, да? Ну, примерно давай так сделаем. В принципе, почти ничего не поменялось, ну ладно. Ясно. Я применить не нажал. Вот, другое дело. Так, ну, тем временем мы не... Хотя нет, можно чуть побольше. 35, я думаю, хватит. Вообще идеально будет. Так. О, да. Хорошо. Ну, кто помнит, в прошлой части у нас были две перчатки, которые мы одной перчаткой вталкивали, другой выталкивали, и это... Ага. И тем временем, и таким образом мы проходили множество различных головоломок. Примерно, кстати, в точно таком же помещении, в точно таких же помещениях. Хотя не полностью прям точно, но если сейчас здесь будет лифт, то точно такие же помещения, как и в первой части. Но тут как-то... Раз. Ага. Так. Try placing one on any white cubes that have a frame using your left glove, then stand on it. Ну не. Вранье. Давай. Так, ну. Мне как-то это... Не надо зажать, что ли? Мне надо выделить их, что ли, не особо? Право? Что происходит, блядь? Да ты прикалываешься. Чего? Коды, кстати, я не могу менять. God, what have I got myself into? Ну, ты ввязалась точно в очень интересные проблемы. И даже такие пуфики, даже матрасы приготовили для того, чтобы не упасть. Прикольно. Так, бегать я, кстати, не могу, это максимальная скорость движения. Но у меня же кот синий. Что так? А что обратно? Что? Ну ладно. Окей. Ладно. Пока ничего сложного. Но, в принципе, я думаю, что рано или поздно такое случится. Чем-то мне напоминает это даже портал, потому что там тоже было почти все белое. Здесь ничего нигде нельзя больше. Ну ладно. Опа. Я не допрыгну, скорее всего, хотя. И чего? Ну блин, здесь, возможно, где-то есть тайник, потому что в одной из миссий, я помню, там где-то была потайная дверь, которую я случайно нашел. Так. Алло. Ну ладно. Ясно. Наводочка страдает. Ой. Эмма, I've found something. Это генератор. Still no signal. Так, ну я пока ничего не могу сделать. Ну, я не... Так, подожди, а... Всего?
ты что такое вообще? А, теперь я могу красный сделать, да? Понял. Подожди, а я менять? Менять, да, могу. Не могу. На единицу двой. Понял. Ой, это будет неудобно, ну ладно. Там просто были определенного... Раньше были определенного цвета, а теперь это... Теперь нужно именно определенную менять самому определенный цвет, потому что здесь особо ничего нету. Так, что тут у нас? А я могу? Могу. А, не то. Ой, я буду путаться, я чую. Чую, чую. Будет очень, очень много путаницы. Интересно, я могу тронуть? А, то есть это ничего не делает. Ладно. Тут у нас тем временем... А, поехали. Так, у нас лифт в неизвестности. При этом у нас здесь очень... Блять, ну я думал, мы будем очень долго ехать. Потому что первой части такое и было. Я буду сравнивать все с первой частью. Часто буду упоминать первую часть. Так что, да. Так, это что такое? Тросы. Глава 2. Игра на 4 гигабайта. Вниз. А красная? Нет, это... Ладно. А, то есть оно вообще никак не взаимодействует. Понял, спасибо. Так, тут у нас странные кубики. О! И чё? Ну ладно. А, только один могу? Ну ладно. Поехали, окей. Пока ничего сложного нет. Надеюсь, игру не упростили, как некоторые. Потому что в первой части, я помню, были какие-то проблемы у меня. Но не прям сильные, но они были. Так, тут у нас... Угу. Так, а вот тот вот сразу обнуляется. Понял, то есть мы можем создать только одну. Reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Good. Listen, I wanted to ask, what do you remember before waking up? I don't. Not really. I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? God damn it, this stupid thing. I best continue. Нет, это просто молчание, думаю, чтобы ты ничего больше не задавала вопросов. А, забыл. Не знал. Окейшки. Я-то думаю, все, конец. Больше не получится. Поехали. Тут у нас спускайся тогда. А, что там у нас? Не то. Сюда. Синее сюда. Так. И все. Ну да, пока все легко. Легко, просто, не замысловато. В принципе, все отлично. А как я подниму? А, тут есть лестница, понял. Ее не видно, если честно. Надеюсь, вам все хорошо видно, а мне тут бывают проблемки. Так, хорошо. Что тут у нас еще есть? Ага, опять подгрузочка, да? Да. Хорошо, черные у нас экраны. То есть у нас следующая глава, да? У нас будет очень быстро переходить главы, да? Не, другая, не другая глава, хорошо. Так, а нет, дом листовый, третья глава. Ну, то есть каждый этаж... О, нет. Я запомню. Двигать могу? Нет, не могу. Это плохо.
Ясно. Ну, это сейчас то же самое обучение, как и в первой части. В принципе, ничего сложного нету. Так. Чё, блядь? Нет. Всё, погнали. Так, ну да, тут пока что упростили все задачки. Ну, даже начальные задачи, там некоторые... Я, честно, не помню, давно проходил. Но вроде бы... Вроде бы когда, вроде бы как нет. А если бы я сюда приземлился, что было бы? Так. А куда тут полет у нас пули на середину, понятно? А, ну да. Хорош. Все? А, ну конечно, все, да-да-да. Так. Ты что мне покажешь? Ты что мне расскажешь? Подожди. Как раз. Так, то есть у нас, значит, что оно хочет делать? Только... Нет, я не хочу думать, что это то, о чем я думаю. О, ну давай попробуем. Хорошо. Ладно. Ну да, теперь все. Ладно. Не, в принципе, отлично. Легко, понятно, непринужденно можно идти дальше. Музыка. Что это? Это был подлаг. Отлично. А, здесь теперь еще новые мишени появились. Вообще неприятно, если честно. Вот зачем делать три, если тут все равно в любом случае будет только одна. Это весьма интересно. И, скорее всего, тоже посередине все. Ну еще разочек. Зачем? Уже другой вопрос. Ну ладно. Пока все не, правда, не замысловато и не сложно. Все, в принципе, логично, просто и не предвзято. Так, хорошо. Ну, так, ну тут понятно. Хорошо, мы выходим. Так, ну если что-то с листьями было связано, значит, у нас мы выходим наружу, да? В первой части мы были только в белых комнатах. Ну и под конец... Emma, can you read me? I'm reading you. Are you all right? I've come across an exterior space. The storm has cleared up and, well, there's life here. There's water and plants. That's unexpected. This doesn't look accidental either. The structure of the space, the organization of it, it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he works with plants. You should move on, Millie, before another storm comes. Agreed. Speak soon. Туман, понял. Мы ничего особо не увидим, кроме и не услышим, кроме разговоров наших научных, наших ученых. Ну, в принципе-то, поехали опять дальше в неизвестность наверх. А подожди, а почему? А как такое может быть? Мы сейчас в башню поднимаемся, либо откуда просто там дерево появилось? Неожиданно появилось дерево. Так, следующая глава у нас... потеряно при передаче сигнала. Так, теперь я могу зеленый делать, да? Спасибо. Зачем? Мне сейчас просто сделают большое... Просто большое количество различных кнопок мне дадут, и все. И делай, что с ними хочешь. Да? Понял тебя. Так, на ролик мыши у нас переключение работает, но кнопками как обычно. Что это такое? Не, вообще хорошо. Так, теперь будет у нас все время одно и то же использоваться, да? А, да. Зачем?
Ну, в принципе-то... Ладно. Потихоньку, помаленьку мы разберемся с этим дальше. Сейчас в самом начале просто показали, что можно использовать все. Так, а вот и пошло все по одному месту. Только одну могу, да? А, то есть она вообще исчезает сразу же. Окей. Так, и красный. Раз, раз. Ага. Ага. Что? Уже все, да? Вариантов что-то у меня как-то не особо, не шибко много. Я же не, ну да, я не напрыгну сюда. А если, кстати, зеленую здесь сделать? На как упадет? Ага. Супер просто. Ага. Ну все. А, тик. Рис. Хорошо. Ну ладно. Хотя, если у меня начинает что-то с таким складываться, проблемы какие-то, то это уже плохо. Это... Милли, я been monitoring your position. Your suit readings show that you've gained quite a bit of altitude. Does that mean I'm nearly at the top? Not quite. These structures, all paths should lead to a central core. If you get there, we can figure out the best way to get you to the peak. How do you know all of this? We trained for a long time, Milly. So what do you think these structures are? Well, we know they have internal machinations and seem to perform tasks with no need for external input. A cybernetic system of sorts, reacting and adapting. The gloves were built to change that, or at least divert its functions temporarily. But what's their purpose? All I know is that we had to stop that vessel from colliding with Earth. The structure you're in, God knows what they're used for. Anyway, let's focus on finding that beacon as soon as possible. Ну, он откуда-то точно идет, но непонятно откуда. Так. А что вы от меня хотите? Ясно. Если я правильно все понял, то ясно. Ой. Так, сейчас буду путаться в кнопках. Ну, почти, ладно, ясно. Чё, блядь? Что? Так, ну ясно. Зеленый должен прийти сюда, но как при этом еще он должен попасть на красную, которую у нас нету, да? Окей. Ну, да. А я думал, это будет по-другому. Ну, в принципе, если сработало, значит хорошо. Чё там? Ты чё? Ну вот нажал я и что? И что? Я вроде бы и так уже понял то, что... Ладно. Я могу как-то по-другому. Middle mouse. Ну, я чё-то... Я нажимаю, но ничего не происходит, как видите. Может, надо... А, это отмена. Понял тебя. А зачем? Ага, здесь отменить на левую, на правую кнопку мыши нельзя. О, прикольно, она меняется в отражении. Так.
А? А если тут? Ясно. Что ничего не ясно, если честно. Так. Ну вот, дано мне вот это. И что мне это дает? Что это мне дает? Кроме того, что я могу передвигать это туда и сюда. И... Нет, этим я не могу воспользоваться. Лампы тоже не хотят. А что мне делать? Ох ты! То есть у меня дано 3, да? И что мне это дает? Подожди. Я могу поворачивать? Нет, не могу. Что, блядь? Ну вот, допустим. И что? Я двигать это не могу, насколько я понял. Ну, как видите, не могу, потому что я застрял среди них. Так. Понял. Что ничего не понял. Для чего мне вверх? Это подсказка. Сверху красный мы делаем. Зачем только? Так, ну вот и все, и вот пришли мы к заключению, да? Что делать-то, блядь? Телепортироваться я вроде не умею, так что да. F, E, так. Мне нужно пробить. Чтобы это пробить, мне что нужно сделать? Правильно, хер его пойми, что мне нужно сделать. А, да. Ой, блядь, не надо. Такое для чего мне... Такое для чего мне средняя кнопка мыши нужна. Если этим часто придется пользоваться, это будет очень сложно. Блин. Куда я лечу? Yes. Больно, да. Так, куда я, на какую я полечу сейчас? Так, мне нужно, значит, сюда, да? Так, что там? Это чего? Опа, жопой. Не надо. Я не туда нацелился, да? Все нормально. Да как так-то? Ты же вроде не. Хорошо. Так, mission complete, и можно, в принципе, потихоньку будет на этом заканчивать. Потому что головоломки головоломками, а голова головой. Как бы странно это ни звучало. Опа. И что у нас такое? Please take me. Take me. My heart beats. But I want it to beat for you. I want to become one. She said we would become one. Don't leave me on my own. Not without her. Emma. What? What is it? I think it's human or was. Now I don't know what it is. Statue. And it was saying something. No, not saying. A radio transmission of sorts. I don't know, this is messed up. Millie, whatever it was, it just means we need to find the location of that signal as soon as possible. Okay? Then we can find a place to rendezvous. Yeah, I understand. I'm sorry, I'm sorry. It's fine. Let's just keep going, okay? Здесь есть, здесь можно сохраняться, здесь нельзя сохраняться. Так что давайте здесь мы закончим. В следующую серию мы прям с лифта и начнем. Ну что ж. Итак, всем пока, с вами был Сталс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.